Василий Васильевич Глаголев, герой Советского Союза, генерал-полковник, советский военачальник, командовавший дивизиями, корпусами и армиями в Великой Отечественной войне. Родился в 1896 году в Калуге в семье врача. Воевал в Первой мировой войне в Красной армии, а в период Гражданской войны на Северном Кавказе. С января 1942 года командир 73-й стрелковой дивизии, участвовал в боях на Крымском полуострове, на Дону и в битве за Кавказ. Затем был командующим 9-й гвардейской армии. Участвовал в освобождении Белоруссии, в том числе Орши, Минска, Украинской ССР, в освобождении Восточной Пруссии, Австрии и Чехословакии. Умер 21 сентября 1947 года от сердечного приступа в городе Белая Церковь. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. В честь Глаголева Василия Васильевича названы улицы в Москве, Минске, Калуге и других городах. Награжден званием Героем Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда», а также орденом Кутузова первой степени. Мы гордимся героями-калужанами, которые завоевали мир на всей планете.